Йоу, ребята, всем добро пожаловать у микрофона, как всегда, Рамзес. Возвращаемся в КС-очку и сегодня начинаем с вами играть на замечательном Джайл-сервачке под названием «Дерзкая альтернатива». Все ссылочки на него будут, как всегда, в описании. Сегодня сделаем полный обзорчик данного сервачка, поиграем здесь немножко, повыживаем. Думаю, получится интересный и крутой видеоролик, поэтому усаживайтесь поудобнее. Желаю всем приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита. От вас лишь попрошу, чтобы вы поставили лайкосик, подписались на канал. Конечно же, нажали на колокольчик, чтобы не пропускать новых видеороликов и смотреть их первыми. Но мы, в принципе, начинаем. Также пишите свои комментарии, я на все комментарии отвечаю. В общем, начнем с менюшечки. Давайте залетим куда-нибудь. У меня вот такая сразу паутинка сходу есть. Можем вот сюда на текстурке залететь куда-нибудь на паутиночке. Посмотреть всю карту. Карт здесь очень много, я уже посмотрел. В общем, прикольно. Повыживаем. Сейчас сначала сделаем обзорчик. Вот. Так, первым делом у нас идет магазинчик, получается. Давайте сначала вообще посмотрим в меню. Внизу написано у нас худ такой. Получается, доллары 55, хпшка у нас 232, броня 200, энергия 197 какая-то, 196, 199, 200. Добавляются почему-то как-то. И, в принципе, ранг новичок 5 из 20. И также пишется чутка выше зелеными вот цифрами в вашем банке 0 долларов. Окей, будем смотреть. Смотрим дальше. Развлечения, костюмы, шапки, перевести деньги, настройки полосы, эмоции, хакнуть сервер. За 350 долларов можем. У нас 55 пишется, да? И хакнув сервер, вы рискуете остаться в минусе. То есть это как рулетка получается. Окей, будем смотреть. Костюмы, шапки, голова. Так, а камера можем поставить? Камера. А если в консоли, допустим, камера. Не, пока не работает. Окей, давайте поставим маску, не знаю, зомби 2. Мы же зомбаки с вами, пацаны. Костюм, лицо можем поставить. Панду давайте, окей, пускай панда будет. Дальше поставим на спину. На спину, пацаны, что мы поставим? М2-1, спина. Давайте ангела, окей. И последнее поставим, в принципе, на таз. Давайте демон. Вот так вот, все. Сейчас нам нужно, чтобы нас завалили. Посмотрим, какой у нас скин. Дальше перевести деньги можем, настройки полосы, это трайл получается, вот такой замечательный, красный, зеленый, вот давайте оставим зеленый логотип, вот, мне такой прям безумно нравится. Окей, дальше у нас последний заключенный, выбор команды, настройки, информация, команда проекта здесь указаны, все ссылочки на все, здесь все понятно, окей. Так, вот голосование какие-то, голосуют что-то. Дальше, сейчас сделаем обзорчик, поиграем в мини-игры какие-нибудь. Информация о системе, узнать подробности, короче. Вот, в правом углу создатель сборки Black Sokolo из Legion. Купить сборку, короче, канал на ютубе, все, короче, указано, все рассказано. На сервере только эти люди, главное, не ведитесь на мошенников. Все понятно, все мы поняли, немножко привилегий смотрим. Здесь прям очень много привилегий, вот такие вот скинчики прикольные. Карась меню, админ меню, оборотень меню, князь меню, настройки fly hook, девушка меню, смотритель меню и зомби меню. И панель создателя, прикиньте. Давайте смотрим карась меню. Здесь можем воскреситься, получить денежки. Что еще мы можем? М7-1, так, невидимость взять. М7-1, дальше хпшку, броню. Что еще? И свободный день, в принципе, можем поставить. Взял свободный день. Вот. Онлайн, в принципе, растет. Свободные Рамзес, розыск Томский. Окей, нам нужно Томского искать. Вот, разыскивается, мы его поймали. А бить мы его можем? Нет, не можем что-то. Окей, так, что мы еще там включили? Невидимость, получить деньги. Деньги мы получили или нет? Чтобы, допустим, ту рулетку крутануть, попробовать, что за она будет. Развлечение. Так, перевести деньги, настройки полосы, можно хакнуть сервер. Вот, можем. Вы получили 5000, нифига себе. Нормас, пацаны, с 355 косарей сразу бахнули. Прикольно. Так, пацаны сейчас просят паутинку.
Сейчас повыдаем все, админ меню отокикнуть, забанить, изменить команду, сменить карту, вывести голосование за карту, выдать, забрать голос, блокировка охраны, снять блокировку охраны и, в принципе, все. То есть, прикольно. Так, а интересно, сколько карт? Вывести голосование за карту. Вот столько карт, пацаны, очень-очень много, прям безумное количество. Jail Dust 2.2 на 2 даже есть, прикиньте, прикольно. Окей, дальше смотрим, что у нас есть. Это менюшка оборотня. Взять 3000 денег, аптечки, бессмертие, бесшумные шаги и электро. Раз в третий день охранника, что-то так. Так, они что-то в микрофон мне говорят. Я могу завалить его. А что, а мне что-то будет? А сколько у него хп? 225 хп. У него хпшка нет. Ага, тратится, ура, мы победили, террористы победили, найс. Так, бесшумные шаги взяли. Окей, дальше что у нас идет? Денежки взяли. Менюшка князя. Прозрачность включить, выключить можем. Вход за охрану включить. Взять бич-пакет. Это что у нас дается? Я не знаю, что бич-пакет берем. Возродить игрока можем. Наклейка босс включить, выключить. Включили, окей. И магический топор можем включить. То есть тоже. Нажмите X, чтобы спрятать оружие. Повторно X. А, прикольно. То есть это от охраны прятать оружие. Прикольненько. Так, я уже хочу поиграть в какие-нибудь мини-игры. Вот такие вот. Прикольные, прикольные. Так. Опа, опа. Прикольно. Так, а это что? Ну, сейчас поиграем. Сейчас сделаем обзорчик и поиграем. Наклейка босс. Так, здесь мы все включили. Менюшка настройки Fly Hook. Так, выбрать паутинку можем. У нас вот такая вот паутинка, можем менять. Так, выбрать паутинку. Грозная молния, вот это прикольная, кстати. Что еще там? Радуга есть. И, в принципе, кости. Так, вот мне радуга или первая понравилась. Давайте, наверное, радугу поставим. Прикольная радуга вот такая. Дальше настройки яркости. Еле видна можем включить. Можем яркую прям сделать. Окей, здесь понятно. Выбрать, забрать паутинку. Забрать, забрать, забрать. А как выдать мне? Выдать. Выдал паутинку. Забрал. Ну, у всех есть паутинка, все. У всех есть паутинка, пацаны. Потому что меня некоторые просили выдать. Я не знал, почему я не мог там выдать. Паутинка Fly выключена. Так, как нам включить ее? Давайте включим. Паутинка создатель настройки. Выключено. Ну, не знаю, пацаны, что-то я не понял. Объясните мне в комментариях. Так, дальше. Менюшка настройки Fly Hook. Девушка меню. Девушкам, как я понял, здесь привилегии, возможно, бесплатно даются. Так. Здесь возродить, взять деньги, гравитация, скорость, здоровье и свободный, в принципе, день. Все понятно тоже. Менюшка смотритель меню. Здесь меню время, меню заморозок, воскрешение, умения. Бессмертие, скорость, призрак, инвиз. Короче, очень много всяких приколюх. Так, а, босс это вверху, короче, надпись такая пишется. Все, я понял. Начал, там что-то мне написали свободный, окей. Начал охоту за мной, то ли что. Окей, мы сейчас тогда возродимся. М7-3. Только где возрождаться, я уже не помню. Князь меню, прозрачность. Возродите игрока. Так, РМЗС. Ух ты, а что это кто мы? Жалко, камеры нету, посмотреть вообще, кто мы такие, как это... Так, окей, а как открыть нам? Я просто не понимаю, за кого мы играем, мы сильно как-то низко. Так, я не знаю, как открыть даже вот эту... Ничего, еще мы застряли, я так понимаю, или что? Как нам открыть вот эту вот барьер? Стреляет Томский... Что-то начинается. Армагеддон какой-то. Короче, они, походу, один на один. Но здесь ганы. Очень много ганов всяких. Прикольных. Я не понимаю. Мы за КТ. Так, РМЗС на кнопку. Так, я нажимаю. Не работает кнопка. Не работает кнопка. На Е. Ну, я на Е же тыкаю, правильно? Но мы оборотень какой-то, пацаны. Кнопка не работает. Не... Давайте напишем. Не работает. Не работает. Так, кнопка не работает. Возможно, раунд. Почему? А я откуда знаю, почему она не работает? Так, ну мясо какое-то происходит. Вы задыхаетесь от усталости. Подождите немного. Это пишется мне в чатике. Вот сейчас написалось, уведомление выскочило.
Так, заключен один из два охранников, когда ролик? Давайте напишем сегодня. Сегодня. Так, окей, как мне выбраться? Давайте, значит, что я сделаю. М. Так, взял грабом 9. Ой, М. А вот, подождите, у меня отдельная менюшка развлечений. Здесь есть костюм, шапки, эмодзи, эмоции, настройки команды, информация, менюшка привилегий. Какая-то другая менюшка появилась на самом деле. Изменить команду. Давайте изменим команду. Вот так. О, пацаны, мы играли за какого-то кота. Блин, прикольно. Так, окей, давайте посмотрим. А, это нас тут закрыли. Go, новый раунд. Все, окей, новый раунд начинается. Супер-пупер. Так, отлично, дальше, на чем мы остановились? Девушка, смотрите меню, зомби-меню. Вот, самое интересное, режим зомби. Включить, bounce, bounce, bounce. Можем включить, выключить. Жизни плюс один клик. Что-то красное свечение. Супер-прыжок. И сказать всем я зомби. И всем капец. Так, окей, а где это пишется? Рамзес зомби и всем капец, да. Все, окей. И все, и сейчас все убегают от меня? Не? Не знаю. Дай скрин. Окей, а почему мы не можем валить? Подождите. Должна же быть какая-то команда, чтобы валить, убивать, нет? Да, играю. Не получается. Не получается почему-то, пацаны. Жизни, красное свечение, супер прыжок. Прям, ух ты, вот такой прыжок. Осталось два прыжка у нас. Супер, я понял. Так, дальше менюшка привилегии. Зомби меню показали, панель управления. Закрыть клетки, выдача денег. Меню выдачи паутинки. Ну, у всех есть паутинка. Типа, некому давать ее. Свободный день, установка модели, объявление о тех работах. Так, установка модели, это что такое? Установить объекты можем, нифига себе, пацаны. Вот это сочно, вот это круто, установить объект. Ага, сменить объект. Ага, нифига себе, пацаны. Офигенно, так. Подождите, а вот, подарок, книга, сладости. Мы можем такие объекты устанавливать, прикольно. Офигенно, пацаны, прикольно. Сейчас давайте проставляем. Go MB. Задания какие-нибудь выполним. Вот так напишем пацанам. Дай граппа. Я не знаю, как граппы давать. Пугало можем поставить. Установить объект, к примеру, пугало вот здесь. Вот так, сменить объект. Пугало, пугало и тыква. Блин, прикольные объекты на самом деле. Установить объект. Зона для прыжка. Так, и чё? И чё? И чё? И чё мы не прыгаем? Не понимаю. Так, удалить предыдущий, сохранить изменения. Режим разработчика выключен, включен. Так, Sound Tiger. Не понимаю, короче, чё я тыкаю, но вот пацан взлетел. Это мы... А, режим разработчика, это мы летать вот так можем. Я понял, прикольный, кстати, режимчик. Мне нравится. Go задания какие-нибудь... Футбол можем. Где-то здесь видел футбол. И как нам руки сменить на обычный режим зомби вроде бы, да? Информация о героях. Здесь Пахан Томский, начальник Сорн, живый, заключенный. Все, я понял, погнали в футбол играть, пацаны. Что я вам предлагаю? Где футбол? Go на футбол. Я за КТ. Ну и чё, что ты за КТ? Будет кто футбол играть со мной или нет? Так, окей, новый раунд. Давайте поставим руки. Смотритель меню. Зомби меню. Вот, и нам нужно... вот. Go в футбол. Вот, все. Go в футбол M7. 6, M7, 5. Мне нужно обычный день, наверное, включить. Да, и VIP. А я не знаю, как выдавать привилегии. Зомби, панель создателя. Открыть клетки. Выдача денег. Меню выдачи паутинки. Розыск. Go в футбол. Будет кто в футбол или нет? Я не понимаю. Я всех зову, никто не хочет. Так, это что? Короче, давайте вообще... А почему мы так быстро побеждаем? Если мы сюда попадем... А, здесь вода, типа, я понял. Окей, так, взять калаш. X, типа, прятать можем. Все, я понял. Вы охранник... А, за охранников никого не готовьте к голодным играм. Правило убить всех. И чё? Я не понимаю, пацаны. Рамс, КТ.
КТ? Что КТ? Так мы за ТА. Я не знаю, не понимаю, пацаны. Нужно, чтобы вы обязательно зашли, помогли мне, потому что я здесь буду частенько играть. Вот, и чтобы вы мне объясняли, как здесь что играть. Вот, есть бокс, есть футбол. Вот в футбол можем играть с пацанами. Гоу футбольчик. Так, ну что, будет кто играть со мной? Нет? Все уходят. Так, а если мы... Просто сам с собой, пацаны, нету друзей, играем в футбол сами с собой. Нормально, да? Темка прикольная. Окей. Так, и чё? И куда? Никто не хочет, что ли? А вот, всё, пацан пришел. СТП. Угу. Окей, как раунд новый начать? Так, играем в футбол, короче. Играем в футбол, 1-1, еще один мячик появился. Так, и как его? Его нельзя трогать. Ладно, мы с этим мячиком поиграем. Так, я тебе сейчас голос закачу по-быстрому. А вот, как-то дали, вот. Все, короче, у нас судья, мы 1-1 играем. Все, я понял, 1-1. Пацаны, играем в футбольщик. Главная наша цель — это закатить мяч в ворота противника. Стопэ. Сейчас мы забьем гол, пацаны. Изи, 1-0. Играем дальше. А, нет, подожди, стопэ, у тебя новый мяч. Так, футболисты какие-то появились. Где мяч? Как бить, окей. Как бить, стопэ. Мяч, мне мяч надо. Мяч. Как мяч забирать, пацаны? Как мяч забирать? Угу. Нифига себе, они фигачат. Окей, ну аут получается, в мою пользу, нет? Пацаны дальше играют. Ну окей, играйте, я буду стоять на воротах. Так, подсечку, да, давай туда. Красава, гол, еще один гол, еще один, еще. Красавчик, забивает свои ворота гол. Просто лучший. Так, дай мне мяч попробовать. Дай мяч попробовать. Угу. Автогол, да? Два в одном. Отлично, неплохо. Неплохо. Так, ну и чё? Куда ты с мячом пошел? Куда ты с мячом пошел-то? Отдай нам мяч. А паутинки тоже нету, пацаны. Ага, нифига себе он придумал. Смотрите, что он сделал. Он в окружную обошел и сейчас забьет нам гол. Нормально. Так, а если мы быстренько... Так, осталось 0 прыжков. А, во, мы можем буститься вот так вот. Ну, что ты сделаешь? Ну. Как нам мяч забирать? А, скорее всего, на Е, пацаны. Так, прыжки у нас закончились. И, в принципе, все. В общем, поиграть здесь на каждой карте, пацаны, чтобы вы понимали. Мини-игр вот этих всех очень-очень много. Так, ага, попался. Так, окей, как нам... А как нам мяч взять? Так, стойте, мы над лазером. Как нам мяч взять? Как мяч брать? Давайте спросим. Потому что я бегаю, как дурак, за мячом. А не могу понять, как его брать. На Е что-то не работает. Не понимаю, пацаны. Как нам брать мяч? Тут лазеров очень много. Мы сейчас... А как я прошел над этим лазером? И мяч не работает. Как мяч брать? Я не понимаю. На Е ничего не... Нау. Дай граб, ну, грабом? Каждый все... Я не понимаю. В общем, ладно, пацаны. Надеюсь, вам понравился такой прикольный видеоролик, необычный. Если хотите продолжение, обязательно ставьте лайкосики, оформляйте подписочку на канал, нажатие на колокольчик. В принципе, здесь, на каждой карте, чтобы вы понимали, безумное количество мини-игр всяких. Поэтому, если хотите продолжение, обязательно влепите лайкосик, оформите подписочку на канал, конечно же, нажатие на колокольчик. Ну, а с вами был Рамзес Дела. Всем хорошего, чудесного настроения. Всем удачи, всем пока. Все ссылочки на сервачок, онлайн-покупку привилегий, главного админа и IP-шку сервачка будут в описании. Всем пока-пока.